он, человек Егоров. Снег выпал. Снег-то выпал. Женя, а нам с Иваном по 40 лет. До свидания. Справа там лампочку, посмотрите. Паровор. Вот там вот крыши. А за крышами вход в Ленфильм. Вот совсем рядом. Поэтому я прекрасно могу видеть, кто когда из моих сотрудников пришел на работу. Вот могу сидеть и записывать, понимаешь? Поэтому, когда деревья упадут, могу кричать там: «Комарова, 10:20, ну-ка, ну-ка, Ильин, что ты хромаешь, делаешь вид?» Мне интересно снять эту картину, просто потому что я не умею не работать. Остальное мне не интересно. Хорошие артисты играют глазами, понимаешь? Вот. И это надо стараться. Ну-ка, посмотри-ка на меня. Сыграй-ка, я хочу, чтобы ты сдох. Я хочу, чтобы ты сдох. Нет, только не говори, ты глазами все мне это скажи. Ну да, ты не хочешь, чтобы я сдох. Ты максимум хочешь, чтобы я это самое, оступился. А вот это надо в себе попытаться выработать, если ты хочешь быть артистом. Так, прогон с пленкой делаем. Пожалуйста, на исходные актеры. Вы поняли, что я сказал, да, операторы? Да. Несколько лет назад Алексей Герман задумал переехать в Москву, решив начать новую жизнь. Думалось, что расстанется и с воспоминаниями во всех драмах с запретами своих картин и потерей здоровья. Но оказалось, что новую жизнь начать невозможно. Она неразрывно связана со старой, от которой нельзя ни отказаться, ни забыть. И вот снова Ленфильм. Посмотрим, Володя. Мне кажется, ничего, что-то было. Первый раз я попал на Ленфильм, когда исполнялось не то 40, не то 50 лет революции, я не помню. Там, где сейчас кабинет звукозаписи, там был буфет, и там продавали кисель. И за киселем стояла гигантская очередь Лениных. Я обмер. И ходил, отвернувшись к стене, такой поникший Сталин, потому что его только что проработал Хрущев. И как-то так я слышал, проходя: «Михаил Иванович, Сталина будем писать в массовку или в эпизоды?» И тот сказал: «С ума сошел, пиши в роли. Нет, в эпизоды. Нет, в роли». Вот так вот. Это такая была какая-то ситуация на Ленфильме, понимаете, с одной стороны, Дон Кихот, такая козинцевско-хефицевская, я бы сказал, ориентация, хотя у них были сложные отношения. С другой стороны, Эрмер, который непрерывно рассказывает, что было, когда он был чекистом, и как написать было, рад стрелять или рос стрелять. А такой был Киселев, замечательный человек, директор Ленфильма, отсидевший, который мне замечательно объяснил, почему я, как театральный режиссер, не смогу снять кино. Он сказал: «Вот в театре я подхожу к окну и смотрю за окно, и что?» Я говорю: «И что?» Он говорит: «Ничего». «А в кино?» «Ты подходишь к окну». Я говорю: «И что?» Он говорит: «Ты должен показать улицу, на которую ты смотришь. Вот в чем отличие». Я говорю: «Так зачем я для этого курса?» Я уже все понял. 1953 год. Умер Сталин. Время перемен наступало не так быстро, как кажется нам сегодня. Страна еще долго пребывала в растерянности и слезах. За 30 лет сталинской эпохи выросло целое поколение людей, зомбированных системой. Никите Хрущеву понадобилось еще 3 года, чтобы выступить на 20-м съезде с разоблачением культа личности. Мощный толчок привел в движение умы, но и расколол общество. На самом деле, это не была та желанная свобода. Это был лишь ее глоток, лишь только оттепель. Папа по все это поверил, влюбился в Хрущева, вступил в КПСС. Вот у него был красный цвет на них, а потом вдруг после доклада Хрущева загорелся зеленый. А желтого у него не было. Папа в этом обвинял меня, но сам он был такой же. Я в этом смысле в него. Каждая новая картина тогда была событием, и на ее просмотр собиралась вся ленинградская интеллигенция. Уже носились слухи о том, что даже
Такой ортодоксальный коммунист, как кинорежиссер Александр Иванов, ничем не погрешил против правды, сняв фильм по пронзительной повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Эта картина была одним из откровений наступивших перемен. Юрий Павлович Герман пришел на просмотр вместе с сыном. Военная тема была близка и Юрию Герману. В этом же 1956 году он начинает работать над сценарием по своей трилогии о докторе Устименко. Фильм «Дорогой мой человек» будет снимать режиссер Иосиф Хейфец. 100 километров осталось до Берлина. Идет жаркий бой. Но его можно остановить в любое время. В съемках участвовали военные подразделения в полном составе под командованием своих генералов. Юрий Павлович решает осуществить свою мечту – заинтересовать Алексея кинематографом. На съемке «Дорогого моего человека» меня взяли ассистентом на зарплату. Я не подозревал, что все это была чистая туфта. Потому что взять меня ассистентом сразу на студию не могли. Для этого надо было окончить ГИК, и бог знает, что такое. И поэтому, значит, меня взяли как-то так. А все оплачивал папа. И суточные там, и за гостиницу. Все это оплачивал папа. Съемки происходили в городе Кёнигсберг. Все стояло в развалинах абсолютно. И город был очень заинтересован в том, чтобы эти развалины мы обрушили. Целая улица огромных там 7-8-этажных домов. В них были заложены огромные фугасы, и они, значит, бум-бум, вот так оседали дома. Над всем этим должны были лететь эскадрильи наших самолетов. Так Иосиф Ильич представлял себе войну. Значит, по первому плану ехали танки и новенькие грузовики, только что покрашенные для съемок, где солдаты с автоматами ППШ, с такими круглыми дисками. А по первому плану пробиралась артистка Мансурова и артист Баталов. Сейчас это стоило бы, наверное, 5 миллиардов. Чудо мое! А здесь стояла вышка, которая на них светила. И там сидел в кресле складном светотехник. А внизу стоял герой Советского Союза, генерал-лейтенант Осликовский, который командовал всем этим. Мансурову только что привезли, она пьет кофе, камеру чистят, Баталович сидит себе там, гримируется. И, значит, этот генерал-лейтенант Осликовский стоит под этой вышкой, и светотехник роняет на него стул. Генерал поднимает голову на этого светотехника и говорит: «Я тебя, мать твою!» Тоже генерал не хочется получать стулом по голове, верно? Значит, его ассистент дает, потому что это команда, его ассистент дает ракету. Все радисты передают: «Пошло! Воздух! Дома!» Все это начинает рваться, взрываться. Эти шины, которые свозили там месяц из Литвы, Латвии, Эстонии, все это зажигается. Остановить нельзя. Проходят танки, едут солдаты, слышат идиотов нашу страну. А у нас ничего, ни Баталова, ни Мансуровой. Открыта эта самая коробка, и все снимай сначала. Значит, Хейфец бьется в подучий, ему делают укол. Так что это вот, что называется, кинематографическая накладка. Вот сегодня я говорю, что нехорошая группа. Нехорошая группа. Мальчика голову мне не показали. Так, ничего страшного, ну-ка, откройте. Так, давай не будем преувеличивать. Сейчас тепло, я хочешь, разденусь сам. Правда, я волосатый. Да. Спину покажи, да. Так, все. Закрыли обратно. Так. Здесь все происходит по законам его, но эти законы не общеприняты. У Германа лошадь – это лошадь, да, блевотина – это блевотина. Ладно, его самого от этого тошнит, и аллергия, да? Но он ужасно не доверяет. Именно из-за недоверия. Он хочет, чтобы все было натурально. И я согласен с этим. Металл у меня весь настоящий, да? Вот эти 30 килограмм, хотя все это могло бы весить 2 килограмма.
Возьми эту самую штуку, чтобы... Что? Колодку одеваем, я говорил давно, и веревку от колодки. Что касается красоты материала, я знаю, почти все видел. Это очень красиво. Очень красиво. О, красиво, это фрески абсолютно. Все я понимаю. Как бы я же еще раз говорю, что это такое абсолютно другое, отдельное кино, и слава богу. Так, приготовились к репетициям. Да, пожалуйста, я тогда пошел смотреть в телевизор. Я не хотел настолько быть кинорежиссером, куда меня, значит, с постоянством невероятным толкал, выжимал, выдавливал папа, потому что я играл в театре. Шаги за сценой, там бегал в спектакле «Гибель эскадра» по сцене. Но хотел я быть врачом. Но врачом я не мог стать никак, потому что я никогда не мог понять химии. И я думал, началась бы какая-нибудь война, чтобы вот эта проблема от меня ушла. Армии я не боялся, дедовщины не было никакой. Во мне есть еврейская кровь, и это очень стойкая кровь. В ней существует и пойти поперек проблемы, как у одних, так и уйти от проблемы. Вот во мне было уйти от проблемы. Таким образом, я и стал поступать все-таки в театральный институт, потому что я дико рано закончил школу в 15 лет. Меня спросили, вы сын Герман? Я сказал, нет, я же Георгиевич, он Юрий. Я довольно долго лгал, и надо сказать, что я самостоятельно доковылял до третьего тура включительно. И тут родители поняли, что они не ошиблись. Я знаю, что Козинцев и папа ездили к Вильену, а Ольга Федоровна Бергольц ездила еще куда-то. И когда я явился на самый страшный экзамен собеседования, то сидела совершенно видоизмененная комиссия. Юрий Павлович Герман в это время в зените славы. Он уже признанный классик советской литературы, член редколлегии нескольких журналов, депутат Ленсовета. И все мне, значит, ну как похож, как же мы сразу не поняли, как здоровье папы, ну садитесь, пожалуйста. Вытащили мне картинку «Боярыни и Морозова», я все-таки был образованный мальчик, и сказали, ну как называется картинка «Боярыня Бо-Бо». То есть «мо-мо». Значит, я говорю, я совершенно ошалел от этого, я этого не предполагал, потому что все делали втайне от меня. Я сказал, «Боярыня Морозова, ну какой мальчик?» И я, значит, влетел в институт. И в институте, надо сказать, ко мне относились очень скверно. Только вот режиссер Минакер говорил, это вы зря его поджираете, что он блатной. Это не в этом дело. Но это были счастливые годы. Я знаю только, что я стал этим увлекаться, как по Станиславскому. Допустим, человеку там сделают искусственные слезы, вроде он плачет, и это в организме вызывает обратную реакцию, вроде бы он плачет, и он начинает по-другому играть. Поэтому я очень часто с артистами работаю путем нашатыря. Они нанюхиваются так, что из них начинают лететь слезы. И в это время очень трудно наврать, потому что, когда ты плачешь, как бы ты ни плакал, ты органичен. Так же, как под холодным дождем, почти все артисты играют хорошо. А я тоже играла Мэри. На прогоне споткнулась и упала на фонтан. Главный меня снял, теперь я в утренниках играю картошку. Говорю, мне надо окучивать, окучивать, окучивать. Что вы на мои руки смотрите? А Нинку я хорошо сыграю. Обязательно сыграете. Очень даже неплохо должно получиться. Спасибо. Когда я пришел в ВДТ на стажировку, кто-то в Станогов мне поручил быть дежурным режиссером, чем я дико гордился на третьем курсе. И вот такая была книжечка, которую раздавали всем артистам на месяц. И там было повсюду написано внизу «дежурный режиссер Алексей Герман» или «дежурный режиссер Роза Сирота» там, или «дежурный режиссер Караготский», там, к примеру, да? Вот. И я это все барышням показываю, значит, папе показываю, счастлив безмерно. Большой драматический театр в то время – центр вольнолюбия. Авторитет его главного режиссера Георгия Александровича Товстоногова безмерен. На спектакли театра зрители ехали со всех концов страны.
И Товстоногов, и его актеры были настоящими героями своего времени. Они призывали людей мыслить вместе с ними. Это было восхитительное чувство единения людей на сцене и в зале. Один из самых новаторских и смелых спектаклей Товстоногова тех лет «Горе от ума». Хрущеву донесли, что на занавесе эпиграф из Пушкина «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом». Вот теперь заканчивалось, текст занавеса велели убрать. Меня вызвал Товстоногов и сказал, срочно сделаешь так. Сделайте так. Надпись уберите, но только сами делайте. А пятно на занавесе оставьте. И, значит, круг остался, а это самое, а надпись исчезла. Но Товстоногову надо себе реабилитировать. Реабилитировать надо срочно как-то. Значит, принимается решение ставить поднятую целину. Меня назначают туда режиссером. Я на первой репетиции на сцене Георгию Александровичу говорю, давайте выкатим на сцену пулемет. И пусть они прямо в зрительный зал дадут очередь холостыми из пулемета. О, да. Я еду на Ленфильм, договариваюсь с пиротехниками, привозим пулемет «Максим», устанавливаем его на эти турели. Наши красные идут на штурм. В помещении. Да еще из пулемета «Максим». Последнее, что я видел сквозь клубы дыма, это критика «Беньяш» такая у нас была, которая нырнула под кресло. И убегающего куда-то бегом Товстоногов. Пауза. Я такой, Леша, вы идиот! Понятно вам? Вы идиот! Для меня он сделал невероятно много. Никогда я работал у него в театре. Когда я работал у него в театре, я его не любил и боялся, что я стану его мальчиком таким, понимаете? То есть я буду его угадывать, а когда я ушел, то это, начиная с проверки на дорогах, это был благороднейший и прекрасный защитник моей Светланы. Гармошку дайте, пожалуйста, и сетку. Нет, это сетка дрянь. Понимаешь? А я именно хотел авоську. Гоша! Гоша пока рядом. Нет, Гоша выслушал его. Значит, он говорит, подожди, тот, ты понимаешь, он синтезировал спирт. Гоша сказал, раз, не поворачивайся лицом. Там твоего лица будет 555. Там все настроение создаешь ты и твое лицо. Вот. Он занимается абсолютно такой черной работой. Он снимает то кино, которое он хочет снять. Это очень трудно. Потому что, наверное, если бы было легко, то мы бы давно сняли. Вот теперь тебе надо оторваться, смотри, и сделать такую вещь. Здорово. Тебе абсолютно до фонаря. Вы сейчас такую тему трогаете. Герман, сын Германа. Криминал такой, скажу. Я этого Германа как бы уважаю и люблю больше, чем того. Вот как бы этим все и сказано. И Алексей Юрьевич достойный сын своего отца, потому что он в каком-то смысле выровнял и оправдал даже, если хотите. Потому что у меня неоднозначное отношение к писателю Герману. Он в известном смысле понял, как остаться в профессии, чтобы быть и писателем, и быть как бы облагодетельствован временем. Поэтому на самом деле этот Герман, мне кажется, совсем другим, потому что он всю жизнь обличает то время. Здорово. Здорово. И пошел. И пошел себе, да? Сейчас мы видим Румату, который сюда заглянул. Я другой был. Я не был лучше, я был хуже. Я менее талантливый, чем папа. Потому что папа беспредельно талантливый. Но папа был уступчивый. А я неуступчивый. И женился на неуступчивой женщине. Понимаешь? Папа, допустим, был членом коммунистической партии. Я эту партию презирал. Понимаешь, когда мне папа кричал «вступай в партию», я кричал, что я отдал партии самое дорогое тебя. В марте 1953 года, после смерти Сталина, в лагерях находилось 2 миллиона 526 тысяч
402 человека. Берия объявил амнистию. Причина, побудившая его сделать это, до сих пор неизвестна. Тем не менее, факт остается фактом. На свободу вышли 1 миллион 32 тысячи заключенных. Большинство из них в недалеком будущем будет полностью реабилитировано. В 1954 году стали выходить люди из заключения. Папа за всех старался заступаться. И они к нам приходили, и они не могли долго сидеть за столом. Вот это первое, я помню, как мальчик. И они садились у батареи на корточке. Там курили и просили домработницу купить им портвейна. Уж почему они не пили водку и коньяк, это я совсем не понимаю. Потому что по всей логике они должны были пить водку и коньяк. Но пили они портвейн. Либерди! Мало вам 10, так вы скажите, мы вам добавим. Либерди! По-английски! Свобода! Пошли, Дима! Очень сильно напивались. Давай, здравствуй! У нас жили, а один жить не смог. И поехал к Фадееву и сказал: как же так, Саша, ты же у меня на окне написал разгром. И ты же подписал мою посадку. Тот сказал: подождите, я вам отвечу. Я вам всем отвечу. Не стой в очереди. И тебе я отвечу. И через какое-то время застрелился. Не могу! Не могу! Отдай! Не могу! Не могу больше! Не могу! Не могу! Вот, товарищ генерал, выпейте и махните рукой. Пошел вон! Пошел бы ты мне, брат, калошу. Уйди, 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 я прошу тебя, да уйди, уйди. Этих мы себя спинем, кто крас? Это цепится нафталин. У тебя в самолет пальцы голые! Я вас сейчас насмешу. Я вас сейчас очень насмешу. Я вас сейчас насмешу. Мадам Кленская, мадам Кленская, ваш паспорт в новой прописке, она уже не нужна. Ведь Мирхольд был уничтожен совсем не за то, что он использовал формализм в искусстве. Там совсем все другое. И тайну эту унес с собой в могилу, допустим, мой папа. Я тоже ее знаю, только я фамилию называть не буду. Все дело в том, что Мейерхольд в Париже встретился и посидел в кафе с человеком по фамилии Седов. Это был сын Троцкого. Вот с этой секунды он был обречен. Был один человек, которого боялся Сталин. Это Троцкий, даже не Гитлер. Это Троцкий. Это был приговор Мейерхольду и Зинаиде Райх. А та ему еще письмо написала. А донос написал известный артист, а фамилию я его называть не буду. Хотя знаю, потому что у него дети, внуки. Зачем? Он гордость русского театра. Все, начинай. Начинай. Мы начинаем приготовиться к прогонам и съемке. Ну да, он борется как бы всю жизнь со Сталиным, с Берией. В любом произведении своем. Алексей Герман, он как бы уже, в каком-то смысле, даже эпигон самого себя. Идут же повторы в его работах. Он как бы, это может быть, у нас средние века-то тоже про Сталина. Приготовились! Видео! Музыка! Начали! Стоишь. Представляешь, на балбе синтезировался. А? Ура! Ура! Ура, ура! Хорошо получается. Леня ушел. Папа не считал, что я буду счастливым в жизни. Не знаю почему. Многие, допустим, существует такая даже лекция Тарковского, когда он говорит там про меня,
Но он говорит, но он никогда не будет знаменитым. А я правда, так сказать, такой широко известный в узком кругу человек. Правда, я попал в какой-то список, что я один из авторов 50 лучших фильмов за 50 лет. А спросите у Джонсона, кто такой Герман, не знает, понятия не имеет, никогда не узнает. И через 100 лет после того, как я умру, не узнает. Так что это правда, да мне не надо этого. Собственно, зачем? Я интересно живу. Ты всем приглядаешь.